Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну и, конечно, исполнение желаний. И принимайте, пользуйтесь, берите. Главное, что-то делайте. Опять же, если вы абсолютно счастливы, я понимаю, может, вы просто так смотрите мои расклады, но я знаю, что большинство из вас ищут ответы на вопросы, ищут, как улучшить свою жизнь и ищут, как избавиться от всего плохого. Инструменты на канале есть. Пользуйтесь этими инструментами. Сегодня шанс идет к вам в руки, не упустите. Какой же шанс идет к вам в руки? Я выложу 3 карты. Это оптимальный вариант. Может идти как бы тут уже то, что я увижу. Это может быть как один шанс с продолжением, а может быть у вас их несколько. Главное их не упустить. Ведь, в принципе, я знаю, что по жизни мы упускаем много шансов. Но Вселенная настырна. Вселенная дает нам не один шанс. Она нам дает их огромное количество. Использовать их, не использовать их, увидеть их или не увидеть – это наш выбор. Поэтому сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и улыбнитесь. А я посмотрю, какой же шанс идет к вам в руки, не упустите. Мистическое таро манго, кстати, колода очень теплая и очень интересно предсказывает. Давайте посмотрим, какой же шанс не упустить. Не упустите шанс именно что-то сделать. Не упустите шанс движения. Тут я могу сказать, что у некоторых из вас не хватает уверенности для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Вы хотите перемен, вам так кажется, но вы их боитесь. Ведь для того, чтобы произошли какие-то перемены, надо выйти из зоны комфорта. И тут я вижу, что Вселенная, высшие силы, Господь посылает вам шанс, который может убрать вашу неуверенность. Вы увидите в самое ближайшее время, как же это легко. Именно то, с чем вы прокрастинировали, с тем, что вы оттягивали по той причине, что вам казалось, что вы этого недостойны. Это может быть новое место работы, это могут быть новые отношения. Это может быть открытие бизнеса, также это может быть и выздоровление тоже. Это может быть во всех сферах жизни у каждого из вас. Это проиграется по-своему. И тут я вижу, что открываются двери. Двери к уверенности. Главное, увидьте эти двери, они откроются для вас сами. Есть шанс у вас также, который было бы здорово не упустить. И вот тут есть шанс для начала, а тут есть шанс для достижения. Есть шанс у вас именно улучшить свое материальное положение. Кстати, для достижения вот этого улучшения материального положения посмотрите вокруг. У вас рядом есть мужчина. И
я вижу, по крайней мере, по одной сфере сейчас, что при помощи этого мужчины, это мужчина старше 45, вот самое интересное, что в этой колоде он светленький. Обычно короли монет, они темненькие, с темными волосами, очень серьезные. Очень часто эти короли, это не всегда, это может быть не всегда как бы друг, знакомый, может быть так, но очень часто это мужчины, которые имеют какой-то определенный вес в бизнесе, в обществе, которые на довольно-таки высокой должности находятся. И именно при помощи... Вот этот мужчина может помочь устроиться на работу, может помочь открыть бизнес, тут даже и материальная помощь идет, может помочь в продвижении бизнеса. Для тех, кого интересует здоровье, это прекрасный врач. Единственное, что он не бесплатный. Это врач платный, но... Та помощь, которую вы от него получите, несоразмерно больше, чем то, что вы заплатите этому врачу. Если говорить о личных отношениях, девочки, обратите внимание, это может быть кто-то в вашем окружении, также это может быть какой-то новый мужчина. Мужчина очень серьезный и ответственный. Для тех, кто старше 45, девочки, он будет вашим ровесником, может быть, на год-два старше. Если вы младше 45, то он однозначно будет старше вас. Обратите на него внимание. Вообще все обратите внимание на вот людей, которые вокруг вас. По той простой причине, что через этого человека может открыться, я вам уже сказала, сколько шансов. И еще какой шанс не упустить? Не упустите шанс двигаться к своей мечте. Не у вас есть все возможности и все инструменты, я имею в виду именно у вас, не через мой канал, а есть именно все возможности для достижения любой цели и исполнения любого желания. Тут я могу сказать, ваш шанс исполнить любое желание у вас, плюс я вам сказала то, что раньше, и вот это все ведет именно к исполнению ваших желаний. Единственное, что я бы посоветовала не оставлять это на уровне мечты, а все-таки что-то делать. Вот просто сидя на диване, действительно никакая мечта не сбывается. Почему я говорю о шансах? Шансы – это то, что нам открывается для действий. И вот именно наши действия в соответствии с нашими шансами и ведут нас к исполнению желаний, к достижению целей и к счастью по умолчанию. Ведь счастье по умолчанию – это когда вы проснулись утром, и неважно, на работу, не на работу, я вот считаю, все равно работа никак не связана с счастьем. Человек не может ничего не делать, вам кажется. Я вот уже слышу вас, вам кажется, что это возможно. Но один день, но два дня, но три дня. Даже если вы богаты, на пятый день завоете. Вот. Ну а если действительно достигли, все есть, то исполняйте свои мечты. Исполняйте, все в ваших руках. Ваши мечты в ваших руках. И ваши шансы вот тут. Это ближайшее время, ведь я же периодически повторяю эти видео. Через какое-то время посмотрим, какие же еще шансы нельзя упускать.